Дорогие друзья, ну что, приветствую всех. Четвертый тур ФЛ. РМС Победа. Сегодня первый матч сегодняшнего дня. Мы готовы. Готовы начать. Сейчас пойду туда, посмотрю, что там происходит вообще. У нас здесь победа. Ну что хочу сказать, сегодня будет очень сложно победе будет добыть победу, они играют против чемпиона, против РМСа, поэтому давайте будем следить за этим, что будет происходить, как они покажут себя, а РМС покажет свой класс. Так, начинают команды с первого фола. Время первая минута, уже сразу фол, да? То есть команда Победа фолит на чём половине поля. И, ну что, черное и белое, да? Инь-янь, так сказать, сегодня у нас на поле. Две команды, одна в белом, другая в черном. Ну, игра должна быть интересная, так считаю, как минимум. Потому что две команды, которые бегают, Победа, конечно, является сегодня андердогом, так сказать. Фаворитом является команда РМС, но это не значит, что Победа не будет бороться, они будут биться до конца. Я считаю, что здесь будет хороший матч. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, недопонимание, пару недопониманий здесь. Ну, все нормально, угловые заработали. И сами Арсен Исаков идет подавать. Обычно по своему голкиперу. Команда Победы, он такой эмоциональный парень. Его можно подснять, поговорить, что может там пару слов, так сказать, обчихать, да, пару тем. Подача, подождите. Момент был, но вот момент утек, и вот теперь можно набирать ход. Что, дорогие друзья, фол, игра еще 0-0, 12 минута матча. Сам Маджиня здесь что-то показывает, что фол свистит постоянно. Что свистит, это непонятно, да? Ну, то есть вот команды, сейчас посмотрим, покажу момент. Ворот РМС, но вот ничем это не закончилось. Ну что, 1-0 РМС повел. Честно говоря, непонятно, либо автогол, либо Головин забил, да, Алексей. Ну, посмотрим, что будет дальше, как Победа будет играть, как изменить свой ход игры. Вроде атакует, вроде все впереди, там около чужих ворот, там часто бывает, но чего-то точно не хватает. Ага, это вар, дорогие друзья, подождите, не спешите. И, друзья, у нас здесь все есть, кофе, чай, кофе, приходите на ЛФЛ, угостим вас чай, кофе. Мы чай, кофе потанцуем, если желающие, достойные. Почему? Что не так? Короче, вы не верите в гол, да? Не, ну все люди ошибаются. Ну, конечно. Может, арбитр тоже ошибся. Да. Если это не так, то будем дальше играть. Правильно, нужно собрать с мыслями. Атакуйте. Просто, ну, касается гола, поэтому надо посмотреть, чтобы потом не было вопросов. Да, конечно, 100%. Если есть такая возможность, говорится, почему бы и не посмотреть. Ну, сейчас решим, что рефери скажет, посмотрим. Ага. Глухой Самвел Маджинян, что скажет Самвел. Гол. Да, 1-0 все-таки 1-0. Все-таки 1-0, РМС повел в счете. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, 1-1. Победа сравнивает счет под конец первого тайма. Это уже интереснее будет на второй тайм выходить командам. Такая интрига вернулась. Голы я вам не снимал, потому что их можно поставить в обзоре ФЛ, так что имейте в виду. Ух ты! Арсен Исаков снова бегает в футзалках. Правильно, надо бутсы лишние. Заканчивается первый тайм, дорогие друзья, счетом 1-1. И вот такое неприятное положение получает игрок РМС. Ну что, будем следить, что будет дальше. А после этого матча у нас ждет матч River Plate против АСП. Очень серьезный матч, я буду в нем принимать участие. И когда я буду на поле, я не буду, конечно, снимать. Но когда буду выходить на замену, я буду все вам снимать, рассказывать, что происходит, свои эмоции, свою отдышку показывать вам. А так, пойдем посмотрим, что там говорят команды.
послушаем, что там рассказывает Арсен Исаков, что там рассказывает Артем Лукьянченко. Сейчас все посмотрим. Почему ты не на поле? Все. Все? Смотри, сейчас одно касание, блядь. А ты выходишь сейчас? Артем, что, какой прогноз? Давай поговорим с тобой. Какой прогноз? Вот сейчас. Прогноз на победу, главное не победа, понимаешь? Да? Да, главное нашу победу. Ну, у вас состав что, обновлен, да? Стараемся, работаем. Смотрю, да, молодежь вы вытягиваете? Молодых, как сказать, молодежь, ну, у нас что, уже, насколько, ну, нам... Ладно, Грибов, ладно, он уже... Грибов? А этому 19 он всегда, блядь. Всегда. А так, ну, вижу, там молодые новые парни. Стараюсь. На последующий, как его зовут? Евгений. Да. Прекрасно. Запомнил? Я запомнил, но фамилию не запомнил. Потому что фамилия мне не нужна. Не хотелось бы с ним встретиться, да? Да? На поле. Да, мне хотелось, я не боюсь. Хотелось бы. Я ж не такой. Да ты-то, я тебя знаю. Я ж не из этих. Ну что, такие друзья. Такой второй тайм стартовал. Смотрим, следим за игрой. Удар. Пока что Арсен Исаков не может бить со штрафного, бьет. Но, как Киржаков сказал, я бью и буду бить. Поэтому все нормально. Друзья, спорный вопрос. Будет ли пенальти или не будет. Сейчас очень важный момент. РМС в чужой штрафной. Кидали аут в чужую штрафную. И игрок победы, по мнению рефери, свалил. Но сейчас после просмотра вара, сейчас посмотрим, что было. Да, точка. Все-таки точка. Сейчас посмотрим отсюда, будет ли пенальти, забьет ли пенальти в руках РМС. Следим. Ну вот, чуть-чуть еще не повезло. Где там победы. Просто в другой угол пробил нападающий РМС. 2-1. 2-1 РМС ведет. А что дальше? Победа сможет ли отыграть? Уже отыграли сегодня, так что посмотрим. Ну, чуть-чуть судейство, как обычно, останешься, как всегда. Что, опасно штрафной на последней минуте матч. Минуту осталось до конца. Счет 2-1, РМС ведет, победа. Сейчас бьет штраф почина по штрафной. Арсен Сак это сделает. Посмотрим, что из этого получится. Сравняет ли счет и спасет игру. Следим. Вот и все. 2-2. Арсен Исаков красивым ударом сравнивает счет для своей команды. Возможно, зарабатывать одно очко заберет с этого матча. Игорек! Все. Конец матча. 2-2. Команда победа ставит на последних секундах счет. Что сейчас? Следующий матч River Plate против команды АСП. Я же буду переодеваться. Так что начнем чуть с опозданием. Будем к вам. Пойдем сейчас поговорим с кем-нибудь из игроков, наверное, может быть. Что? 2-2? Да. Четко? Я думаю, что, наверное, более-менее равная. Я думаю, что такой командой с чемпионами... Конечно. РМС очень хорошая команда. Ну, мы тоже чуть, конечно, уже подготовлены. Да, я уже другая игра. Не первая игра. Наверное, вы помните, мы с ними играли первую игру, чуть-чуть с осторожностью. Здесь начинаем уже показывать зубы. Может быть, это не нравится команде, но... Наверное, пусть привыкают все команды к этому донецкому футболу нашему. Да. Чуть-чуть где-то может быть жестким, но не жестоким. Да. Поэтому спасибо команде РМС. С ничьей. Спасибо. Так что, дорогие друзья, вот такой матч получился. Я пошел переодеваться. Вырежешь. У нас три замены, ребят. Стас, Артур и Риш. Пацаны, слышите? Послушайте секунду. Центровые. В основном вас касается. Отработайте максимально. Время. Устали, заменитесь, подышите. Ну что, друзья, вот начнется матч. Я не приеду, говорит. Давай, щеляля, воздух. Воздух. Вот, дорогие друзья, ну что. Начинается матч River Plate АСП. Я тоже играю. Поэтому, дорогие друзья. Сейчас будет. Я на скамейке, как всегда, почему бы и нет.
ждем, ждем. Ждем начала и поехали. Все, матч стартовал. То есть я буду на поле, я исправлю, чтобы игра пошла. Да, не могут без меня, видимо, проблемы какие-то. Ну что, 1-0. АСП побили в счете. А я еще не выхожу на поле, потому что поэтому, наверное, сейчас буду выходить забивать. Посмотрим моменты, парочку моментов сниму вам. Еще 6-0, мы проиграли, а если РВП проиграл АСП, ну что сказать, ну такова игра. Даже я им помог, но просто не кайф был, на самом деле. А так, все четко, все хорошо, это будет 4-й тур ФЛ Ростов. Ждите следующего выпуска, мы все будем, я покажу, как сегодня получится выпуск такой яркий, потому что два матча всего лишь. Ну еще мы с вами увидимся скоро.